Агнес Железняк является старейшим работающим учителем в Америке. Недавно ей исполнился 101 год. Ее ученики называют ее бабушкой, и начала она преподавать в школе Санденс в штате Нью-Джерси, когда ей был уже 81 год. На 101-е летие бабушки школа устроила большое торжество, где сотни детей пели песню «С днем рождения» своей любимой учительницы. Когда у Агнес Железняк спросили секрет ее долголетия, она ответила: «Я думаю, что это дети. Это большая жизнь, которую я прожила, наблюдая за тем, как они растут». В день своего 99-летия, 2 года назад, Железняк сказала, что уходит на пенсию, но на свое 100-летие вернулась в школу, и сейчас нет никаких признаков того, что она хочет оставить работу. Все надеются, что она будет продолжать нести детям свет и радость жизни.